Можно было сниматься? Не волнуйся, все будет хорошо. Да пусть снимает, пусть снимает. Да. Будет плохо, не будем выкладывать. О себе что-нибудь. Меня зовут Галя. Так. Стихов я не пишу, поэтому я прочту стихотворение. Пока. Одного хорошего поэта. Так. Тайна? А? Тайна? Нет. Я просто волнуюсь, ладно, извините. Геннадий Шпаликов. Людей. Я волнуюсь. Не волнуюсь, простите. Все хорошо. Мы же не судьи. Мы не смотрим. Геннадий Шпаликов. По несчастью или к счастью, истина проста. Никогда не возвращайтесь в прежние места. Даже если пепелище выглядит вполне, не найти того, что ищем, ни тебе, ни мне. Путешествие в обратное я бы запретил. Я прошу тебя, как брата, душу не мути, а не то рвану по следу, кто меня вернет. И на валенках уеду в 45-й год. В 45-м угадаю, там, где, Боже мой, будет мама молодая и отец живой. Людей теряют только раз, и след теряя не находят. А человек гостит у вас, прощается и в ночь уходит. А если он уходит днем, он все равно от вас уходит. Давай сейчас его вернем, пока он площадь переходит. Немедленно его вернем, поговорим и стол накроем. Весь дом вернем, перевернем. И праздник для него устроен. Браво.